Всем привет, ребята, с вами Акул, ну что, докатились, Clash Royale, как вы просили, у меня есть свой клан в Clash Royale, кстати, но он пока заполнен, сейчас покажу, где он у нас, вот здесь, Акул клан, кто хочет, заходите. Ну а сегодня, как вы уже поняли по названию, за кадром находится Лейсан. Всем привет. Да, короче, мы с Лейсан будем сейчас дуэль до трех играть. Если вам вообще залетит Clash Royale, пишите в комментариях, мы, может быть, еще запишем. И Лейсан, может, вообще сама постримит там, или я постримлю для вас, короче. Clash Royale мы уже играем 6 лет. Поехали! Че, да, ой, подождите. Надо открыть кейсик. Кейсики, да, опа. Снежочек, миньоны какие-то. Ладно, поехали. Сейчас пригласим Лейсан. Давай, дуэльные колоды. Дуэльные колоды. Вызывает тебя на дуэль, Лейсан. Ну что, поехали? Давай. Удачи тебе. Тебе тоже. Не описывайся. Поехали! Так, я выберу вот эту колоду. Как же я все вижу. Да, ты все видишь, но и ладно. Все равно. Поехали. Да, интересно, интересно, конечно. Да не смотри, Лейсан. Да я не смотрю, мне некогда. Ух ты, урод. Да, я сразу начал вот так вот. Я люблю агрессивно играть. Валькирия, значит. Валькирия, Валькирия, мы вот так сделаем. Ты только сюда не смотри. Я не смотрю. Ах ты хитрая. Да ну, Лейсан, куда две атакующие? Эй, ты зачем меня бьешь? Вообще кошмар, посмотри на это. Отлично, отлично, отлично. Зато у тебя сейчас эликсира не будет, а у меня эликсир на атаку будет. Просто замечательно. Ты щитовод, что ли? Бог считаешь? Да блин, ну опять этот огонечек, ты знаешь мои колоды, поэтому это огонечек. Куда, Лейсан? Ну зачем так атакуешь? Нельзя так атаковать вообще. Кошмар, что у меня с башней? Я не могу на своем канале проебать. О, ты задел главную башню. Блять, тупая валькирия. Ладно, не буду материться, но сейчас посмотрю. Взрослые люди. Или наоборот, маленькие, не знаю. Кошмар, ты посмотри, что ты сделала, это вообще. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! А чё, чё, эй? Так нельзя! А нету, да? Нельзя нету. Так! Нету, ты чё? Зачем так делаешь? Ну, я это... тебе какое плохое зло сделаю? Давай, огонечек свой пускай. А, ты набрала всех тех юнитов, которые мне не нравятся. Противная колода? Ну. Я старалась. Мы же заново запишем, я проигрываю тебя. Нет. Зачем стрелы кидаешь? Да потому что бесит. Ну она же такая маленькая. Не, ну она меня бесит. Она маленькая, девочка, хорош. Ужасная. А ты на нее так. Так, а что это у нас за тише перед бурей? Лейсан, зачем ты это сделал? Что? И вот это вот зачем? Зачем? Давай, огонечек. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Замечательно, замечательно. Ой-ой-ой, что происходит? Ой, я потратил, а сейчас что будешь делать? Давай убейте ее у меня! Ах ты ж, у тебя стрел! Да у тебя все есть против моей колоды. Я не знаю, как мне сейчас выигрывать. Ну что мне надо? Ой, я тупой вообще, я тупой. Не, это не выиграть. У тебя контр-колода моей, понимаешь? Угу, у тебя контр-колода моей. Это нереально это выиграть. Это все оправдание. Нереально ты это выиграть. Играть не куда, блин, ну... Ну бери, если хочешь, на. Да, вот, спасибо, спасибо. Ой, вот это зря ты, зря. Почему? Ты пожалела меня, зря. Ты реально пожалела, что ли? Да, я хочу вторую башню. Зачем? Тут корон даже не получается. Она еще издевается, короче, но мы не прощаем ошибку. Мы жалеть не будем. Это не ошибка. Это ошибка. Ты должна была забрать уже выиграть. Да умри уже, эта дура! Хорошо. Ага, сейчас. И это все? Это все? Это все, на что ты способна, Лейсан? Реально? Ну да. Это все, на что ты способна? Хорошо, отлично, отлично сейчас залетел. Ну куда еще один эликсир, ну куда? Это кошмар. Душно, да? Душно пиздец, я тебе скажу так.
Так, это надо было. Блядь, я вообще я потерялся. И вот сейчас я потерялся. Что-то поплыл, да? Я поплыл конкретно теперь. Пиздец, как поплыл. Не, у тебя колода просто контур мои. И все. Да. Просто из-за этого чисто. Так бы я, конечно, вот так можно сделать. Просто в наглую пойти и забрать твою башню. Давай. А, ты там бил меня, оказывается, я не заметил. Так, ладно. Просто еще неудобно сидел. То, что записываю. Вообще запись идет? Ну ладно, хороший кадр. Ну Иван, твой позор никто не увидит. Да, бля, как так? Да это вообще жесть. Это какая-то жесть. Я проиграл, ребят, проиграл. Вторую колоду надо выбрать. Все, вот с этой королевой. Ой. А ты голема взяла, мне кажется. Что за королева-то? Ну, королева, которая... Королева. А, лучница турецкая. Да, лучница королева. Противная. Сразу начинаем, похуй. Давай, мы давай. Агрессивные парни, да. Это моя фирменная. Фирменная, не фирменная, но походу у меня контр-колода теперь твоей. А, удачи. Просто вот так делаем еще. Ну и что? Просто потратила кучу эликсира. А ее не убить просто. Да куда ты пошла, дура? Тебя предали. Опа. Отлично. Нет, не умирай. Нормально. Давай придурочную на кабане. Мы ее так называем, придурочную на кабане. Хорошо, стукнул. Как ты умудряешься еще болтать? Ну, блин, навыки стримера, да? Хорошо. У меня уже рот устал. Конечно, потому что я доминирую. Хотя нет, это походу у меня должен рот устать. Ну-ка. Да блин, ну хватит его ставить. Ну это бред, даже не двойной эликсир, ты очень опасно играешь. Пусть големчик хороший. Если бы у меня была другая колода, я бы уже выиграл. Как минимум вторую башню. Да. Что ты предыдущую игру не выиграл? Говорю, он... Да ебать! Промахнулся! Как я промахнулся? Это вообще кошмар. Лошара. Ну, здесь я не буду спорить, да, реально лошара. Запредиктим. О, нет! Хорошо. Нормально. Есть, стукнул. Блин, вообще к твоей башне не подойти. Бревно жалко. Хорошо защищаешься. Зачем себя жалею? Ладно. Не смешно? Ладно. Я могу вот так вам. На, хорошо. А мы сейчас вот так остановим. Мы сейчас это остановим. Ну куда? Пиздец, как это? Прекрасно. Кошмар, что с моей башней стало? Эй, это я не ожидал. Ну да, конечно, когда столько маны тратишь. Заходи. Нет! Пошла нафиг отсюда. Ты, блин, дай мне ударить хотя бы. Ты посмотри, ты мне просто... Ну скажи, этот... Скажи, что я хорошо играю, а, и я гений, и я тебе уступлю. Заманчиво предложение. Что ты на вторую башню лезешь? Потому что, блин, я не знаю, что делать. Ты знаешь, кто делает? Я не знаю, блин. Зачем ты сюда лезешь? Я не знаю, что делать. Эй! Колода тупая вообще. Так, что-то я поплыла вообще, отстань от меня. Хорошо, 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 отлично. Плохо. Я проиграл, походу, я проиграл. Подожди, придурочный кабане надо поставить, чтобы он не дошел до башни и вообще не стукнулся. Нет, нет, не взрывайся возле башни, пожалуйста, нет. Да. Пиздец, еще и убежали эти долбы. Ёбэй.
Я проиграл, ребята, я проиграл. Кошмар, я проиграл собственной жене. Как такое вообще? А, прошу заметить, что второй секунд, раз за сегодня. Ты хорошо играешь. Ты говорил, что поддашься? Хорошо играешь. Как я проиграл? Блин, мне горит жопа. Мне раз горит жопа. Как я мог проиграть? Давай не будем выкладывать тупой ролик. Везде проиграл. Я, собственно, жене проиграл. Как так? Clash Royale. Не грусти. Ладно. Не буду грустить. Ладно, ребята, с вами был Акул и Лейсан. Если вам понравился ролик по Clash Royale, ставьте лайки, и, может быть, мы еще запишем. Да, Лейсан, попрощайся. Может, еще что-нибудь? Попрощайся со зрителями. Попрощайся со зрителями. Может, еще игру сыграем одну? Нет, все, я не хочу, это позорище. Давай не другую пробежим. Нет, не хочу, все, я проиграл уже, все. Я тебе дам шанс. Все! Всем пока! Я проиграл!